Выпускной – одно из главных событий в жизни каждого молодого человека. У некоторых он бывает и не один. Для студентов Щелковского колледжа выпускной – это очень торжественная, очень яркая и очень продолжительная церемония вручения дипломов о среднем специальном образовании. Продолжительная, потому что документ получают без малого 1000 парней и девушек, молодых профессионалов своего дела. Цифры выпуска в этом году рекордные. Мы же каждый год наращиваем обороты. В этом году мы выпускаем 951 студента по 39 специальностям, и почти 200 из них получили красные дипломы. 20% дипломов с отличием – показатель того, что равных Щелковскому колледжу по качеству образования найдется немного. Об этом с гордостью говорили почетные гости – депутаты, представители муниципальных властей. Очень приятно традиционно находиться каждый год на ваших мероприятиях. У нас самый сильный колледж не только в Московской области, но и достойно конкурирующий с другими колледжами по стране – Щелковский колледж. Есть у выпуска 2024 еще одно отличие, подтверждающее сказанное. Студенты, которые обучились по профессиям сферы ЖКХ, успешно сдали госэкзамен по подтверждению квалификации, который проводил Совет по профессиональным квалификациям при президенте. По значимости его можно сравнить со школьным ЕГЭ. В России это новшество. Вместе с дипломами ребятам вручили свидетельство. Вы подтвердили уже свою квалификацию, и ваши фамилии внесены в реестр Российской Федерации как специалисты данной профессии. Первый раз у нас был такой опыт, мы очень волновались, потому что даже примерных вопросов нет. На каждого ребенка индивидуально готовится опросник. Все ребята сдали на баллы, соответствующие вузовским. Автомеханики и ландшафтные дизайнеры, повара и химики, косметологи и садовники, юристы и кинологи, специалисты в сферах ЖКХ, дорожного строительства, электронных систем, бухучета и многих других выходят в большую жизнь. Большинство, кстати, уже работают или знают, куда пойдут. С трудоустройством проблем нет. Выпускники Щелковского колледжа традиционно востребованы у работодателей, прежде всего нашего городского округа. Автомеханик с красным дипломом Арсений Преснов уже работает в автосервисе. Колледж дал ему образование, интересную работу и не только. Много на самом деле. Дружбу, общение с людьми, большое количество, специальность как минимум. Понятие по жизни, что мне делать, чем заниматься. Сегодняшний праздник – это итог кропотливой многолетней работы студентов под руководством своих педагогов, которых они благодарили в первую очередь. Вспоминать самое яркое, самое... Преподавателей. Да, преподаватели. Это самые яркие, самые необычные люди, которые нам помогают, нас наставили на путь. И мы закончили, множество моих одногруппниц закончили с красным дипломом. Колледж дал нам много знакомств, много друзей, которые останутся с нами на всю жизнь. От школы он очень отличается, потому что колледж – это уже более такое, я не знаю, даже это взрослая жизнь уже считается. Мне все понравилось, я очень рада, что я закончила. Теперь на вышку главное поступить, и все будет замечательно. Одни пойдут работать, другие – повышать уровень образования, третьим еще предстоит отслужить в армии. А Щелковский колледж продолжит учить с любовью и выпускать с гордостью. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.